Оказалось, что многим нашим подписчикам интересно, с чего начинается наше утро. Ну, конечно же, с упражнений, приведения себя в порядок, с правильного завтрака. И сразу после этого мы с Виктором Владимировичем заглядываем совершенно синхронно, каждый в свой компьютер, и смотрим обратную связь по нашим видео, которые мы публикуем ежедневно, старательно, подбираем для вас специальные упражнения, которые дают пользу. Конечно же, пользу тематическую. И тема, которую мы рассматривали на этой неделе, и будем рассматривать, и в воскресенье будем отдельно дополнительное внимание уделять именно, как разогнать обмен веществ, как справиться с метаболическим синдромом, что важнее всего, желчный пузырь, качество желчи или поджелудочная железа и панкреатический сок. Для качественного обмена, качественного пищеварения, качественного метаболизма, как преодолеть метаболический синдром, то, что мы характеризуем именно как спячку нашего организма, что нужно делать. И совершенно чудесное видео было опубликовано на эту тему вчера. Там как раз технология, которую нужно выполнять трижды в день, три непростых упражнения, которые работают просто чудесно, и мы ждем с Виктором Владимировичем от вас обратной связи по этому поводу. Да, немногие выполняют, много всяких отвлекающих разговоров, но нам бы хотелось о главном, об одном, то, как вы выполняете упражнения, как они вам помогают, как изменяют качество вашей жизни. А вот именно эти три воздействия, которые опубликованы вчера, они могут значительно изменить и качество пищеварения, и психоэмоциональное состояние, и общий энергетический обрис, то, как проходят ваши дни, каково качество сна, нам это очень интересно. И, конечно, я бы обратилась к вам еще раз пересмотреть вчерашнее видео, выполнить упражнение. И пока мы держим руку на пульсе, нам интересно, мы следим за тем, что вы выполняете, как вы выполняете, и готовы комментировать то, что с вами происходит. Пользуйтесь такой редкой возможностью. Пожалуйста, перейдите к нашему вчерашнему видео, посмотрите, что, как вы сами своими руками можете помочь себе улучшить качество пищеварения, настроение и качество своей жизни. А совсем скоро, в воскресенье, на вебинаре мы уже будем обсуждать комплексный эффект, накопленный за эти несколько дней. И плюс дополнительно вы получите массу новой информации и новых упражнений. Милости просим, мы вас ждем, и ваши комментарии, и ваше участие в нашем новом вебинаре, в нашем новом эфире. До скорой встречи!